Я впервые, пожалуй, впервые вижу такое количество людей, которые нашли в себе силы выйти из системы. Потому что система, с которой мы боремся, это на самом деле страх. Безразличие — это второстепенная вещь. Все основано на страхе. Человек боится нового, человек боится менять обстановку. И человек боится, что кто-то плохо о нем подумает, кто-то не то скажет. И поэтому мы имеем то, что имеем, но мы как-то стараемся это менять. Мы не должны жить по понятиям. Мы не должны жить во вранье. Мы должны отстаивать этот свой голос, как отстаивала я вчера, неизвестный голос. Совершенно неизвестный мне голос. Мы должны каждый день, каждое утро, глядя в зеркало, говорить: черт возьми, у меня нет следующих 4 лет, которые я готов потратить в трубу. Я каждый день работаю на работе и плачу налоги. И я хочу, чтобы моя власть была подотчетная. Когда-то на одном из митингов я кричал, что я сетевой хомячок, и я перегрызу глотки этим скотам. Согласитесь, я немножко погрыз эти глотки. С вашей помощью. Я точно знаю, что делать дальше. Я знаю, что жаба на трубе боится, подпрыгивает, потому что лапкам становится горячо. Это сделали мы. Вы и Алексей Навальный создали новую политическую ситуацию. Она отличается тем, что если раньше власть гоняла нас в коридоре возможностей, то теперь мы через законные средства голосования, через законные средства альтернативного подсчета гоняем эту власть. На этих выборах родилась в России наконец-то политика, родилась оппозиция. Мы точно знаем, что делать, мы точно знаем, как делать.